Всем привет! Вы на канале Марина Кассандра. Сегодня я покажу, как заплетать брейды. Брейды – это тоненькая косичка наоборот. Для начала нужно понять, где вы хотите заплести эти косички. Я буду плести в зоне левого виска. Косички можно расположить горизонтально. Я их буду располагать немножко вверх. Отделяю линию, по которой буду ориентироваться. Далее я решу, сколько косичек буду заплетать. Я буду заплетать 3 косички, но можно и больше. Брейды плетутся в основном почти на мокрые волосы. Итак, начинаем. Отделяю небольшую тоненькую прядь. Каждая крайняя прядь у меня пойдет под низ. Легче всего тоненькие пряди держать в такой технике. То есть плести как бы кулачками. Каждую крайнюю прядь заводим под среднюю. Пальчиком указательным я верх придерживаю. Прихваты у нас будут прям тоненькие полосочки, только в среднюю прядь. Прихват можно брать только с одной стороны. В данном случае я беру прихват только справа, потому что волосы вначале прям очень тоненькие. Если ребенку тяжело так голову держать, можно голову положить на подушку, либо на диван. Самое главное — брать прям тоненькие прихваты. Потому что брейд, опять же, это тоненькая косичка.
Таким же образом заплетаем еще две косички. Очень классная, популярная молодежная прическа. Можно заплести как на длинные волосы, так и на каре. Можно носить с распущенными, а можно, например, сделать высокий хвост, и у нас будет хвост с брейдами, который можно расплести. Эту прическу можно делать накануне в школу. Она может хорошо держаться несколько дней. Дня 3-4 точно можно спокойно с ней ходить. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!